Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами психолог Евгения Саженцева. Вы поняли мою любовь к животным, к птицам и прочим божьим созданиям. И я так поняла, что вам нравится, когда видео имеет какие-то краски. Прошлое было со стрижом, сегодня с моим попугаем Гошей. Он вообще у меня ручной. Целоваться любит, разговаривает. У меня очень много запросов на тему, будет ли нарциссу с кем-то хорошо, будет ли он счастлив с кем-то, сможет ли он изменить свое отношение, сможет ли он изменить свое отношение с другой женщиной. И вот таких вопросов очень много именно на эту тему. Если кратко, нет. Нарцисс всегда идет строго по циклу. От идеализации до обесценивания. И если сейчас вам кажется, что у него с другой женщиной все прекрасно, то это временно. Он проведет ее по тому же самому циклу, что и с вами. И эту женщину или мужчину, у НРЛ нет гендера, можно только пожалеть, потому что ей потребуется помощь специалиста на выходе из этих отношений. У нарцисса ни с кем не будет иначе. Он свою душу несет за собой в любые отношения. Если у него вообще можно сказать, что есть душа. Потому что я считаю, что у них нет души. Но вот свою внутреннюю пустоту он пронесет через все отношения. Вы должны понять, что эти отношения были закончены не потому, что с вами что-то было не так, а потому что человек болен, он всех проведет через обесценивание и утилизацию. И то, что вам нарцисс говорил в самом конце отношений, какие он оскорбления вам говорил и чем вы там еще не угодны ему, это все бред сумасшедшего. Это вас никак не касается. С этим человеком всегда будет одно и то же, со всеми, с кем бы он ни встречался. Какие бы у него ни были последующие женщины. Все познают то же самое, что и вы. Весь этот нарциссический цикл. Поэтому не думайте, что встретится ему какая-то женщина, и он изменится с ней. И они будут долго жить и счастливо, и будет все у них хорошо. Нет, такого не будет. Потому что у этого человека рано или поздно включается программа на уничтожение, на критику, на обесценивание. Друзья мои, нужно понимать, да, что эта болезнь, она не лечится, не искать в себе вину, наоборот, поднимать себе самооценку, выпишите свои достоинства. Поймите, что вы уникальны. Поймите, что весь бред, который говорил вам нарцисс, это неправда. И цените себя, пожалуйста. Вы достойны нормальных отношений, здоровых отношений. Если нарцисс сейчас строит отношения с другой, скажите спасибо Богу, что он от вас хотя бы отстал на какое-то время. Потому что гораздо хуже, когда этот человек преследует и прицепляется к вам как паразит и не отстает, когда продолжает из вас пить кровь. Если он на данный момент пьет кровь из другой жертвы, то вам очень повезло. Вы можете наконец-то пожить спокойно, потому что они же так просто не отстают, они преследуют, они звонят с других номеров. И многие мои клиенты были бы просто даже наоборот счастливы, если бы он нашел новую жертву и хоть на какое-то время отстал. Так что
все познается в сравнении. Если сейчас ваш нарцисс с другой женщиной выкладывает фотографии, будто бы они счастливы, да, это не значит, что они действительно счастливы. Это все до поры до времени. Как правило, 3 месяца идет нарциссу на то, чтобы влюбить жертву. Когда он поймет, что она уже влюблена, то он с ней будет проделывать то же самое, что и с вами. Ничего нового на этом свете. С нарциссами точно. Спасибо за внимание.